повеселее немножко. Понятно. Сейчас. Показывали это документально. Может, кто не знает, но там не фамилии такие простые. Хочу. Может быть, он передал дальше. Я знаю, что просто человек. Я вечером, когда иду с работы сюда. Тело бренное к земле. Да, не слишком не сжимается. Как дела? Thank you.
это ручка с правой стороны. Благослови Высокопреосвященнейший Владыко. Благословен Бог наш, всегда ныне и присно и во веки веков. Аминь. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, Царю небесный. Святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, сиди на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам есть, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Постыдное, вода, то есть только к горцу неприложное,
Небрежный грешник моленький гласный, но предварил по благой за помощь на сердце забучите. Пусть говори на молитву и почися на умоление. Представьте стоящий приста Богородице сущица. Господу помолимся. Господи, Вседержители Божий, Отец наш, же зло Моисеевым и древом оным, на нем же змею медену в пустыне от угрызений змеев избавляя люди, привязать и повелел Иси образ честного и животворящего креста, возлюбленного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, прообразивый, им же дьяволя силу празднися, и змеем онным древним, силукавым угрызенный и умышленный род наш, оживотворися, смиренно Твоему безмерному человеколюбию припадающе, молимся и милися деем, после ныне благословение Твое небесное, и благослови знамения сие крестные, и дашь им силу и гребость благословенного оного, кровью Сына Твоего окропленного древа, воежи быть и храму сему имени Твоему созданному, покров державен, твердое ограждение, от всякого злого обстояния всегдашнее избавление, благолепие же и украшение, и знамение видимым и невидимым врагом страшное и ужасное, всех же в храм сей, с верою входящих и на невзирающих, и распятого на кресте, Сыну Твоему кланяющихся благослови, и силою крестную оградив, неврежденных от всяко зла всегда соблюди, крест Бо есть красота церковная, царем держава, верным утверждение, Павлова похвала, бесов же язва. Ей, Господи Боже наш, всех верую на знамение сие взирающих, и спасительную Господа нашего Иисуса Христа, Сына Твоего, смерть воспоминающих, и Тебе прилежно молящихся, милостивно услыши, и человеколюбне помилуй, здравие же с долгоденствием даруй, и царствие Твоего сподоби, благодатью щедротами и человеколюбием, и народного Сына Твоего, с ним же благословен Иси, собри святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Благословляется и освящается знамение Иси Христа, благодатью Святого Духа, окреплением от Иси Священное, Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Благословляйте знамени все крестные, благодатью все Святого Духа, окреплением Одессия Священное, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Благословляется и освящается знамени все крестные, благодатью все Святого Духа, окроплением воды сия священное, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Благословляется и освящается знамение сие крестное, благодатью все Святого Духа, окроплением воды сия священное, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Благословляется и освящается знамение сие крестное, благодатью все Святого Духа, окроплением воды сия священное, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Слава Святого Духа, люди Твоя, и благослови достояние Твое, Благодать Богу. Благодать Богу.
батюшка. Благодарите нашей стволе, Боже, за именником Твоему на божительству. Щедроты Твоя дарность, Боже, возвесели нам силою Твоею. Победы дай нам на субостанке, послави души Твоя Божия мира, непобедимую победу. Премудрость и святая Богородице, спаси нас. Славнейшее без сравнения Серафим, без изменения Бога Слово Рожие, сущая Богородица, Тя величает. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Духу и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Высокопреосвященнейший Владыко, благослови. Христос, истинный Бог наш, молитвы чистые своей Матери, силу честного и животворящего креста, святых, славных, всехвальных апостол, преподобного Серафима Вырицкого, святого благоверного, великого князя Александра Невского и всех святых земли Волгоградской просиявших, помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбец. Аминь. И слава. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Дорогие братья и сестры, мы с вами сейчас совершили великое Божье дело – освящение креста, поставляемого наверх храма, на его кровлю. Очень знаменательно и важно и значимо, что это событие происходит в неделю крестопоклонную Великого Поста, когда для укрепления всех верующих, трудающихся в подвиге воздержания, на середину храма износится честной и животворящий крест Господень, укрепляющий нас и осеняющий своей благодатью в нашем христианском житии и подвиге. И вот эти кресты, ныне освященные, будут украшать не только этот замечательный храм, посвященный в честь и во славу святого благоверного великого Александра Невского, но и освящать весь город и всех жителей этого города. Всех, кто приедет сюда поклониться великому князю, древнему граду и его славной истории. Крест – хранитель всей вселенной. Крест – красота церковная, крест ангелов – слава и бесов – поражение. Так воспевает Святая Церковь, прославляя честное и животворящее древо Господне. В молитве на освящение крестного знамени мы с вами слышали такие слова, что каждый верующий человек, кто будет взирать на этот крест, стоящий вверху храма, будут получать благодатную силу от Бога в борьбе со своими страстями, в отгнании от всякого зла, видимого и невидимого. Каждый, кто заходит в этот храм, получает особую помощь Божию в его жизни, особое внимание к его прошениям. И потому крест охраняет нас во всех путях нашей жизни. Мы начинаем и заканчиваем свою жизнь под осенением честного и животворящего креста. Каждый день мы налагаем это священное знамение на наше тело, освящая наш ум, наше сердце и нашу физическую крепость. Потому что в этом распятии заключается божественная любовь и божественная сила нашего Господа Иисуса Христа. И пусть
эти две составляющие всегда пребывают в нашей жизни. И мы с вами будем нести свой личный крест для спасения нашей души, для прославления Церкви Божией, укрепления нашего Отечества, нашего государства и нашего общества. Всех с праздником и с великим свершением. Спасибо, Господь. Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Явившися тебе с небесе, помолись, Бог, покой ты ныне, блажение личаем, величаем тебя, святый благоверный, великий князь. Никогда в Древний Израиль, когда шел из египетского плена в землю обетованную, был обуреваем нападением множества ядовитых змей. И люди гибли от их ядовитых укусов. Великий пророк Моисей повелел вылить медного змея в форме креста. И все, кто с верой взирал на него, получали исцеление и становились невредимыми от укусов присмыкающихся. Древо креста, животворящего, прообразом которого был тот медный змей, вылитый Моисеем в пустыне, дает каждому верующему особую силу. Силу благодатную в борьбе с врагом. С врагом внешним и с врагом внутренним. В первую очередь с врагом нашего спасения дьявола. Крест, который поставляется вверху храма, является не только украшением церкви, но и ограждением и освящением всего пространства, всего окружающего мира. И каждый человек, который даже просто посмотрит с верой на этот крест, становится как бы непобедимым воином Иисуса Христа, которого уже не могут кусать духи злого поднебесные. Он становится невредимым от их ядовитого жала. И тот человек, который заходит в храм, этот величественный, красивый храм, получает особую помощь Божью. Он получает очищение своей души, укрепление своих сил. И те жизненные проблемы и неурядицы, которые встречаются на жизни каждого из нас, они как-то решаются с Божьей милостью. Я верю, что крест, который украшает не только храм, но и каждого верующего человека, крест мы носим на груди, является центром нашей жизни, духовным нервом нашей жизни, и который состоит из скорбей. Но через эти скорби, преодолевая эти скорби, человек преображается, он становится новым творением во Христе Иисусе, лишенным уже скверны, греха и всего нехорошего. Вот мы и строим для того храмы, и освящаем кресты, чтобы наше общество обновлялось, преображалось, становилось светлее, лучше и добрее. Башня, в связи с чем сегодня и освящение куполов, потому что одна башенка уже готова полностью, в ближайшее время мы собираемся купол монтировать и подготовить оставшиеся три. И также кирпичная кладка на отметке больше 32 метров.
сейчас уже? Сейчас он вырос 32 метра, да? Да, вот с монтажом, как только мы купол смонтируем, у нас, значит, крест уже будет на отметке 34 метра. А расскажите подробно, пожалуйста, про эти купола. Купола эти изготовлены в Волгодонске, сюда перевезены частями, сегментами. Здесь как лего их собрали, буквально вот за два дня до этого. Состоят они из металлического каркаса, по нему идет стеклопластик формообразующий, облицован нержавеющей сталью с напылением нитрида титана. Диаметр купола 5 метров, высота 2,5. Крест 1,5 метра. Весит купол около 1,5 тонн. А крест кто сделал? Тоже волгодонский? Да, это волгодонская фирма. Она специализируется на изготовлении и монтаже как раз куполов. А также готовится к монтажу еще и апсидные кровли в пределах. Ну, вот если вот, видите, одна часть у нас смонтирована, и остается запад и север. Точно такие же купольные кровли будут, но из меди, не из титана, будем говорить, не под золото, а медное. А вот как вот это, да? Да. То же самое вот со стороны алтаря, с восточной стороны и с северной стороны вокзала. Это вот малые купола, да? Вот это да, это малые купола башенок, да. А большой купол, это главный купол, ну, у него диаметр 19,8, почти 20 метров. Скажите, когда будет следующее какое-то значимое такое событие? Что планируете? Ну, до мая месяца мы должны вот еще два купола смонтировать. А там и четвертый. Ну, а в сентябре, в октябре главный купол.